Драка с полицейскими может обернуться реальным сроком. В ночь на 5 февраля в подвале одного из домов 88-го квартала группа молодых людей устроила беспорядки. Соседи обратились в полицию. На место выехала группа немедленного реагирования. На законные требования сотрудников полиции прекратить нарушение общественного порядка и проследовать в сопровождении сотрудников отдел полиции номер один ответили активным неповиновением, оказали сопротивление с использованием палок и камней, в результате чего четверых молодых людей, в том числе зачинщика драки, удалось доставить в отдел полиции номер один. Остальные также проследовали в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. За сопротивление сотрудникам правопорядка при исполнении служебных обязанностей молодым хулиганам грозит серьезное наказание.